Ямы на дорогах, мусор в парках и скверах, заросшие травой дворы. Проблем у жителей Димитровграда накопилось достаточно. Свои вопросы горожане оставляют под постами мэрии в соцсетях, звонят на номер 112. Все обращения собирает и перенаправляет в профильные ведомства Центр управления регионом. По информации центра, с 1 января к ним поступило 9 тысяч сообщений с жалобами. Цифра охватывает весь регион. У нас большое количество сообщений из Ульяновска, из Димитровграда и из Инзы. В пересчете на количество жителей безусловным лидером антирейтинга является Димитровград. Здесь население достаточно активно и достаточно много проблемных вопросов. Все же большее количество вопросов и обращений поступает через соцсети. Там проблемы отслеживает система «Инцидент». В основном людей интересуют вопросы благоустройства и ремонта дорог. В большей степени того, что может решить местная власть без больших затрат. К примеру, восстановить лежачие полицейские или заделать ямы во дворах. Огромная доля вопросов по благоустройству, она держится на уровне 30-36%. Вот, вопрос болезненный с дорогами, вопрос по ЖКХ. Вот и регулярно поступают обращения жителей с различными проблемами. Однако на большинство вопросов жителей у местной власти ответ один – отписка. Уход от ответа или переадресация проблемы на других исполнителей. В то время как именно администрация должна включаться в тему, чтобы она решилась как можно скорее. Жители это видят и смело заявляют – в городе за несколько лет ничего в лучшую сторону не поменялось, только в худшую. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Да ничего, наверное, не изменилось. Абсолютно. Никаких сдвигов. Ну, в лучшую сторону, по крайней мере, я не вижу сдвигов, скажем так. В городе, не знаю, ничего не заметил. Магазин только строит.